Друзья, привет! В Москву пришла настоящая зима, и мы решили немного поснимать всю эту красоту. Ну а потом мы передумали и решили, что лучше поснимаем лето здесь, в Таиланде. Вот здесь, на севере острова, где мы сейчас находимся, пляж Фанто, он в простонародье. Отсюда уплывают мелкие кораблики в отдаленные бухты, где можно более приватно полежать, позагорать. Но видя эту красоту, вот этот вот песочек, мы уже никуда и не хотим. Наверное, останемся сегодня здесь. Да? Раз. Разминка. Вот мы сколько едем вдоль побережья и видим, море мелькает за домами, и ни разу не предприняли попытки съехать и посмотреть, что там за пляжа, что там за берег, и можно ли там полежать, позагорать. Сейчас мы попробуем это сделать. Поехали! Ну да, вот как-то так. Испортили подруге отдых. Ждем волну, сейчас покачаемся. Давай еще!